Ну, все-таки, конечно, я не настолько привыкший громко здесь общаться, поэтому все-таки вы там, если слышите, то очень хорошо. Если будет не слышно, тогда все-таки можете переместиться поближе. Так вот, это часть курса, которая у нас была до сегодняшнего занятия, она была посвящена исключительно теоретической составляющей, и практическую реализацию мы брали просто как пример. Сейчас же мы перейдем, вот в этой второй части, мы перейдем полностью в практику. То есть уделим максимум внимания тому, как на практике реализовано все то, о чем вот мы раньше говорили, все вот это вот, как основной смысл операционной системы в том, чтобы управлять ресурсами. Так вот, мы посмотрим, как это реализуется уже практически. В качестве примера мы будем всегда ссылаться, конечно, преимущественно на Windows NT, как пример, но всегда будем сравнивать с Unix подобными системами. Ну, сейчас это все в процессе посмотрим. Вот. Есть такая вот картинка. Значит, насколько я даже знаю, в прошлый раз я попробовал, что вот эта штучка может вот так вот показывать. Не знаю, будет ли это на камере заметно, но это достаточно удобно, чтобы я руками туда не тянулся. Вот эта картиночка, это эволюция, такая очень упрощенная эволюция операционных систем. Соответственно, вот с 1961 года вплоть до с 1993 до настоящего времени. Картиночка эта, конечно, достаточно условная. Она взята вот с вот этого адреса. Но, тем не менее, она отражает что? Она отражает основные, скажем так, ветви эволюции, которые были. Они, может быть, здесь немного сгруппированы непривычно и не совсем, может быть, согласен, но тем не менее. Извините, а как да. OS macOS относится к Windows? Вот. Оно туда не относится. Поэтому, если мы посмотрим внимательно, на самом деле почему-то как-то это все плохо видно. Нет, дело не в том, что шторку закрыть. Это примерно, если вот так вот сместить, вот. Тут уже будет более. Вот здесь вот внизу обозначены Unix, DEC, CPM, macOS и IBM. Это как бы основные, вот если мы их вот так вот поднимем, вот так вот, это основные направления развития. Вот как видим, значит, авторы вот этой картинки обозначили, что там первоначально это была вот некая такая, потом это был Multics. С 65 года до 1996 долгожитель. Вот. Затем уже пошла операционная система Unix и все подобные вариации. Как видим, ветвь Unix началась в 69 году и, соответственно, в 1991 она получила новое рождение с разработкой операционной системы Linux, и которая используется и по сей день, и ныне, так сказать, здравствует. Это хорошо. Далее. Были и другие ветви развития, вот, допустим, IBM-овская OS360 и всякие-всякие прочие, которые как бы и в операционную систему OS2 внесли свою лепту в развитие. Но что здесь интересно отметить? Это то, что что вышло из этих вот параллельных ветвей развития, то, что есть сейчас, на сей день. Вот эта стрелочка, которая проведена из macOS к Windows, видимо, авторы этой картинки непонятно, зачем ее поставили, вот, поэтому я как бы абсолютно теряюсь в догадке, я поэтому привел в пример, откуда я взял эту картинку.
Вот. Можно при желании авторам отослать. Ну, никакой очевидной связи между macOS и Windows я не вижу. Я поэтому... думаю, тут через графический поиск интерфейс. Ну, как бы... Кстати, да. То есть вроде как считалось, что Microsoft украла идею у... Ну да, позаимствовала в процессе бизнес-разработок. А Apple у Xerox. Да, у Xerox. Да. Вот. Поэтому здесь надо было нарисовать еще одну ветвь. Ну да ладно. Вот. Основной смысл в том, что здесь есть некая преемственность. То есть преемственность Unix от якобы Multix, Linux от Unix, соответственно, Windows NT от VMS, а VMS от какой-то еще невиданной штуковины, которую я никогда не пробовал, и неизвестно вообще, что это такое. Вот. Еще была некоторая тупиковая, в кавычках, ветвь, которая взяла свое начало из операционной системы CP-DRPM, которая затем была сделана идеей, перекочевали в MS-DOS. Там еще есть проект FreeDOS, который, в принципе, тоже можно было обозначить, что он до сих пор живет и используется коммерчески и некоммерчески. Вот. И здесь Windows, который, как вы знаете, это из Windows серии 3.11, 95, 98, Millennium Edition. И все вот эти вот с ним связанные. То есть это такие потребительские продукты. Мы же в рамках второй части этого курса будем акцентировать свое внимание вот на вот этих вот двух ветвях. Это Windows NT и Unix подобные системы. Почему? Потому что это наиболее сейчас те системы, которые занимают доминирующее положение на рынке и которые наиболее развиты, то есть вобрали в себя все наиболее коммерчески успешные решения, которые можно реализовать в операционных системах. Так вот, чтобы немножко понять, как все вот это делалось на той диаграмме, диаграмме, которую мы в прошлый раз видели, обратимся к человеку по имени Дэйв Проберт, который является архитектором сейчас ядра Windows NT в компании Microsoft. Вообще, я вот по ходу этой лекции и, наверное, последующих буду все-таки больше симпатизировать ядру Windows NT, хотя это касается исключительно технологий. Конкретным коммерческим компаниям, которые занимаются продвижением или разработкой той или иной операционной системы, я симпатизировать не буду. Это касается всех, в том числе и других компаний, кроме Microsoft. Так вот, что было в те времена, какое было привычное окружение, то есть environment для системы Unix. Значит, тогда было это адресное пространство было 16-битным. Доступная память измерялась килобайтами. Была сложная система отображения памяти маппинга и система свопинга, то есть замена программ. Сменные носители на самом деле не так были популярны и не так легко поддерживались. И наличие в системе одного процессора было нормой. Опять-таки, это был, скажем так, 73-й год. Вот такие были времена, когда проектировалась система Unix первоначально. Поэтому туда были заложены соответствующие дизайнерские решения по поводу, как вот в этих вот условиях, скажем так, выжать из них максимум. А теперь сравним это с Windows NT. Она начала проектироваться в 1989 году. Значит, что уже тогда было в этом самом 89 году? Тогда было уже 32-битное адресное пространство. Были, физическая память измерялась уже не килобайтами, а мегабайтами. Хотя это, ну, как бы
конечно, было, скажем так, дорого, там все, но все равно 1 мегабайт даже физической памяти, это уже нет проблем. Уже не говоря про то, что их можно было наращивать. Виртуальная память стала нормой. То есть это уже не некое там какое-то сложное действие, это уже нормально. Дисковое пространство опять-таки измеряется в мегабайтах. Сменные носители уже стали также нормой жизни. Наличие в системе нескольких процессоров, хоть и не так массово, но уже начало входить в обиход. Ну и то, что нужна ориентированность на удобство в работе, то есть номер один — это удобство в работе, а не так, что компьютер — это некое такое устройство, к которому там нужно долго адаптироваться. То есть тогда уже стало понятно, что мир меняется в сторону того, что компьютеры проникают в повседневную жизнь и становятся уже, без них на самом деле будет очень тяжело, и становится понятно, что большинство людей в будущем уже будет работать с персональными компьютерами, и достаточно массовое применение они найдут. Вот именно в те времена и начало проектироваться, вот это, да, я потом про это скажу, вот в это время и начало проектироваться операционная система Windows NT. Ну, как бы немножко обобщая, да, вот это вот очень такая примитивнейшая табличка, но даже она немножко дает понимание вот в том виде, в каком были вот такие четыре там первых различия, которые были заложены в систему. Значит, во-первых, то, что в Unix это была ориентация на процессы, в Windows NT ориентация на потоки, как единицу планирования. Ну, соответственно, в Unix создание нового процесса — это fork, в Windows NT это API-функция create процесс во всяких ее вариациях. Дальше, синхронный ввод-вывод был нормой в Unix. В Windows NT решили ориентироваться сразу на асинхронный ввод-вывод. Это очень важно. Ну и политика безопасности, которая до сих пор меня сильно удивляет в операционной системе Linux, это все-таки права доступа через идентификаторы пользователя и группы, а в Windows NT решили пойти сразу по спискам контроля доступа, Access Control List. Ну, опять-таки, это всего лишь вот эта табличка, это такое очень-очень минимальное summary, которое, в принципе, вот эту табличку можно вообще было делать на там хоть на несколько экранов. Вот. Ну, пока просто как бы вот фундаментально, так сказать, вот, вот такая вот разница. К тому же сейчас, на самом деле, вот уже там с развитием, да, то есть, как вы уже прекрасно знаете, там и потоки каким-то образом в Unix и в Linux появились, и fork у нас стал не единственной конструкцией для создания нового процесса. Ну и есть и реализация Access Control листов, по-моему, под Linux, да? Что-то там такое присутствует вот, для тех любителей, кто хочет скомпилировать свое ядро с какими-то новыми особенностями. Вот. У вас может появиться такой вопрос. Зачем вообще вот там мы вот сейчас, сколько уже время, говорим о Unix и о Windows? Зачем вот это вообще как бы сравнивать? Почему бы там не сказать там, что вот есть такая хорошая винда там, или там есть такой хороший там ваша любимая операционная система, и зачем нам на что-то там отвлекаться еще? Но что здесь очень важно? Как я уже вот говорил, когда мы еще в начале, в самом, говорили там про историю операционных систем, про все остальное, очень важно все-таки для понимания, для того, чтобы получить какие-то новые идеи, надо всегда проанализировать то, что уже есть. Оно сделано по-разному. То есть нет такого там, что мы скажем там вот в такой-то операционной системе все сделано идеально, вот это очень плохо, там это образец хороший, это образец плохого. Нет.
Нет, нет единственно правильного решения какого-либо. Нужно знать и понимать все то, что как оно решается в существующих операционных системах для того, чтобы уже делать какой-то вывод. Ну и вот как раз за счет того, что вы получаете, скажем, информацию по тому и по тому, это уже как бы придает такое умение как бы критически осмысливать те или иные решения, а не просто, скажем так, следовать тому, что там вот я там знаю, как это сделано в этой операционке, как бы про другое и слышать не хочу, там хуже. Вот. Даже если хуже, это надо знать. Если лучше, то надо, соответственно, обратить на это внимание. Ну вот мы говорили про то, какие среды, какое окружение было во времена проектирования Unix, какая среда была во времена проектирования Windows NT. А давайте вот скажем, допустим, что сейчас-то, как бы, что изменилось. А изменилось много на самом деле. Если было во времена Unix, это были 16 бит, во времена проектирования Windows NT это были 32 бита, то сейчас это уже 64-битное адресное пространство стало нормой. Физическая память у нас уже измеряется гигабайтами, этим вообще никого как бы удивить нельзя. Крупные сервера уже работают там и достаточно много гигабайт физической памяти. Но опять-таки виртуальная память – норма жизни, вплоть до того, что уже виртуальные процессоры – норма жизни. Многопроцессорность от 64 до 128 процессоров в системе тоже уже начинает становиться нормальным. Это если даже не говоря про вычисления, про высокопроизводительные вычисления на, скажем так, процессоры в видеокартах, в которых очень большое число ядер вычислительных. Ну и помимо этого еще также изменением является то, что высокоскоростной интернет стал доступен. И с компьютером, на самом деле, с персональным компьютером, как правило, работает один пользователь. Что это значит, я поясню. То, что на одного человека сейчас начинает приходиться несколько вычислительных устройств. Раньше это было обычно на одно вычислительное устройство приходилось несколько человек. То есть это такая ключевая смена концепции. И этому нужно как бы следовать. Хотя все равно все операционные системы все равно в любом случае поддерживают работу нескольких человек за одним компьютером. И это на самом деле очень хорошо в некоторых случаях. То есть, допустим, тот факт, то, что в смартфоне на андроиде или еще чем-то нельзя легко переключиться с, скажем так, профиля одного человека на профиль другого, так, чтобы там все контакты, все прочее, все установленные программы и прочее не переключились, все-таки это небольшой минус, хотя некоторые подвижки в эту сторону там были сделаны. Так вот, отходя от всяких пространных рассуждений, про Windows NT. Информация сейчас про эту операционную систему на самом деле просто море. Потому что вот за то время, с тех пор, как вышла первая версия в 1993 году, уже было написано столько разных книг, которые как NT-специфичные, так и просто общие книги по операционную систему, но которые опять-таки в какой-то мере затрагивают NT. Ну, конечно же, это Windows Internals, классика, просто настольная книга любого разработчика под операционную систему NT-подобную. Вот. Ну, также Таненбаум, еще есть там и вот эти авторы, которые также рассказывают в какой-то мере про то, как и что реализовано в NT. Ну и сейчас вот также доступно много информации о всяких
внутренних тонкостях за счет того, что в Reactus был проведен достаточно долгий ресерч, исследование на тему того, как и что сделано внутри Windows, путем тестирования и всего прочего. И в результате все это отразилось вот в исходном коде, который находится в открытом доступе, и множество людей уже по всему миру сейчас используют его как, скажем, такой референс, основу для того, чтобы посмотреть, как же работает какая-либо API-функция в Windows. Вот, вот даже эта область использования сейчас она вышла номер один в, скажем так, в плане полезности React, потому что в качестве настольной операционной системы как бы еще не готова. Вот, но а вот как база исходного кода, как вот такая основа для изучения, это на самом деле очень хорошо. Так вот, про историю Windows NT. Какая она была? Значит, как я уже сказал, начало было положено в 89 году. Как это начало было положено? Со слов, опять-таки, Дэйва Проберта. То есть, в этом 88 году я только начал осваивать первый персональный компьютер на 386 процессоре в столь юном возрасте. Поэтому, конечно же, тогда я еще не слышал, как и что было. Там была операционная система MS-DOS от Microsoft, поэтому про Windows NT тогда еще никто вообще не слышал. Но как было дело? В 88 году Билл Гейтс нанял архитектора системы WMS по имени Дэйв Катлер и дал ему задание спроектировать новую операционную систему, которая бы отвечала реалиям сегодняшнего дня. Ну, сегодняшнего — это на то время. Ее использование было описано так, что это некая такая вот более-менее универсальная система. То есть не делать различия между рабочими станциями, десктопами и серверами. Сделать такую универсальную систему, которая бы работала и там, и там. То есть она должна была как бы масштабироваться. Другим важным моментом являлось то, что тогда уже начала обретать популярность операционная система OS 2 от компании IBM. Естественно же, Билл Гейтс, как человек с, опять-таки, бизнес-подходом, решил, что нужна обязательно поддержка OS 2 приложений, хотя бы приложение OS 2. Не знаю, как там было с драйверами, но, видимо, это не было. Вот. Также многопроцессорность была, опять-таки, с самого исходного дня разработки поставлена как основная задача. То есть система на один процессор была бы неконкурентоспособна. Ну и такие очевидные характеристики, как безопасность, надежность и переносимость, они также были ключевыми. В то время разрабатывались или уже начали коммерчески продаваться процессоры Intel i860. У них было кодовое имя N10. Если мы это имя прочитаем по-английски, то это будет N10. Из-за того, что Windows NT при проектировании изначально опиралась именно на поддержку этих процессоров, то в некотором роде и разработчики дали кодовое имя от вот этого N10. То есть они оставили две первые буквы NT. Впоследствии отдел маркетинга, скажем так, поразмыслил и подумал, а почему бы нам не расшифровать NT как новая технология? Очень здорово. Вот. Ну, впоследствии так и начали расшифровывать, но, по-моему, официально
никто не заявлял о том, что это new technology. Но, по крайней мере, вот со слов Дэйва Проберта, архитектора ядра Windows сейчас в Microsoft, он расшифровывает NT именно таким образом. Но еще также про происхождение этого названия Windows NT есть еще и другая аналогия. Была такая система VMS, которая как бы была предшественником. То есть Дэйв Катлер, он проектировал систему VMS, которая была своего рода предшественником Windows NT. Ну, если вы посмотрите на аббревиатуру VMS, на положение каждой буковки в алфавите, и посмотрите на каждую следующую буковку, то за буквой V у нас идет W, за буквой M у нас идет N, а за буквой S у нас идет T. Поэтому Windows NT сокращается в WNT, который опять-таки получается на одну единичку акроним VMS увеличенный. Тоже такая мистика, которую, видимо, вот этот человек специально шутки ради сделал. Так вот, посмотрим на таймлайн разработки, чтобы вот я вам тут не загораживал. Вот. Как я уже говорил, в 89 году начали проектировать. В 93-м вышла Windows NT 3.1. В ней уже были заложены многие интересные решения, и на самом деле часть из них даже до сих пор произошел некоторый откат, и часть из них так и вот даже в этой последней версии не увидела свет. Но коммерчески она не была успешна, она была все еще как бы не готова. Раньше опередила свое время. Затем была 3.5. Затем уже в 95 году вышло 3.51. По своему графическому окружению, то есть графической оболочке, NT 3.51 соответствовала Windows 3.11 Forward Groups, который, как вот если вы смотрели где-нибудь, но я покажу потом скриншоты, там был такой достаточно простой программ-менеджер, если не ошибаюсь, который позволял вот там окошками все это как бы управлять и все. Но по сравнению с Windows 95, которая вышла в этом же году, графическая оболочка NT 3.51 резко проигрывала. То есть, несмотря на то, что вот на такой вот очень мощной проработанной базе и таком хорошем ядре, но в результате, водрузив на все это не очень хорошую оболочку, система производила плохое впечатление на, скажем так, обычных людей. Когда нужна была работа в качестве сервера или еще чего-то, то, конечно же, 3.51 использовалась. Но в компании Microsoft прекрасно понимали, что операционка должна быть ориентирована на рядового пользователя в том числе. И также они понимали, что ветвь вот этих вот потребительских, так назовем их, операционных систем Windows 95, 98, MI, она на самом деле тупиковая, потому что она была основана на достаточно плохих технологических решениях, и они ясно представили, что рано или поздно эта ветвь закончится, ее нужно будет заменять операционкой на основе NT. Поэтому через год с момента выхода 3.51 была выпущена NT 4.0, которая и положила начало тому грандиозному успеху, с которого началось уже, пожалуйста, с которого началась уже история такого массового применения NT 4.0. В чем дело? Там был применена графическая оболочка, которая вот сейчас до сих пор имеет название Explorer, то есть проводник. Его начало было именно тут. Разработан он был
Ну, если там покопаться в истории Microsoft, я не очень знаю, но у них, по-моему, был какой-то проект внутренний там по пользовательскому интерфейсу, и они как бы прорабатывали направление, как будут меняться графические оболочки в будущем. Может быть, это было в рамках их исследовательского подразделения Microsoft Research. Ну, как бы это не суть важно, я этого не знаю, но факт то, что они представляли, как это будет, как нужно улучшить свой предыдущий интерфейс для того, чтобы он стал нормальным и используемым. Вот, кстати говоря, отвлекаясь, скажу, что вот тогда они действительно хорошо проработали и знали, как интерфейс изменится. Но увидев то, что они сейчас выпустили под названием Windows 8, мне кажется, что их команда, которая смотрит в будущее, определяет, как изменится интерфейс пользователя в будущем, мне кажется, она тут совершила некий epic fail. Потому что для компьютера, который не обладает тачскрином, выпускать операционку, которая с интерфейсом, который полностью ориентирован на тачскрин, это, мягко говоря, провал. Вот, потому что я еще не слышал человека, который сказал бы «да», на, вот, хотя бы на ноутбуке, на котором нет поддержки тачскрина. Вот, как бы. Некоторые уже сейчас выпускаются, но тем не менее. Если нет поддержки тачскрина, то пользоваться ей достаточно неудобно, скажем так, мягко. Вот. Насколько я знаю, там была идея, я что-то перебиваю, да, что потом тачскрин заменит, собственно, все остальные, в том числе, даже если тачскрина нет, существуют уже технологии, которые как Kinect по беспроводным. Но. А тебе сильно удобно, извини, махать руками перед ноутбуком, отрывая руки постоянно? Нет, это вопрос второй, я сейчас поясню. Смотрите как. Здесь есть два варианта. То есть, во-первых, всегда здорово предвидеть будущее. И всегда здорово выпустить такой продукт, который бы имел перспективу на будущее, а не просто на сейчас. Но вот когда они выпустили вот это NT 4.0, они, вот если мы посмотрим, с 96 года по 2009, сколько там это, 10-12 лет, да? Практически они на эти 12 лет определили то, каким образом будет развиваться пользовательский интерфейс. Но тогда это он был используемым и вот здесь, и он постоянно улучшался. Но вот когда они выпустили пользовательский интерфейс Windows 8, то вот сейчас он неприменим, да, допустим, потому что у нас нету тачскринов еще везде. Потом есть большой вопрос, так называемый Gorilla Arms, когда рука, нажимающая монитор, есть вопросы. Потом по устройствам типа Kinect тоже они специфичны именно для какой-либо, скажем так, для управления чем-либо. Еще, кстати говоря, было такое направление, что Apple его, по-моему, активно развивал, это управление компьютером голосом. Но опять-таки, как я уже на эту тему общался со многими людьми, и я пробовал это голосовое управление, но выглядит это по сравнению с управлением с клавиатурой. То есть я не считаю, что нормально разговаривать, допустим, с ноутбуком. То есть это несколько противоестественно. Владельцы iPhone с вами не согласятся. Нет, ну это те случаи, когда распознавание голоса с целью того, чтобы это там поиск в Гугле или еще что-либо, это очень удобно. И это имеет под собой, скажем так, свои какие-то определенные области применения. Но для того, чтобы, допустим, там, ну даже вот если бы сейчас этот компьютер бы я бы настроил распознавание и говорил бы там следующий слайд, пожалуйста, он щелк, перещелк бы, чтобы я каждый раз вот сюда вот не подходил там и не нажимал на этот пробел. Это было бы да. Но если я там буду сидеть за компьютером и говорить там, открой проводник, открой командную строку, скомпилируй вот это, скомпилируй то, ну, мне проще нажать там Ctrl-B там, или какие там есть шорткаты для того, чтобы там сбилдить проект или, соответственно, навести мышку. А другое дело, когда тачскрин
органично сочетается с устройством. Допустим, если я говорю, что Windows 8 на обычных компьютерах, это в некотором роде провал, и это, кстати говоря, говорю на самом деле не я, а более авторитетные источники. Вот. А в то же время Windows 8 на мобильных устройствах, она действительно привносит туда, в пользовательский интерфейс, что-то новое и что-то удобное. Те же, забыл, как они называются, вот эти вот квадратные штучки, которые двигаются. Но не сам интерфейс метра. Плитки. Плитки, да. Какое там английское слово-то для них? Это вот я сейчас... Ну, видимо, я настолько не полюбил этот интерфейс, что даже забыл, как они называют вот эти плитки. Но тем не менее, а в мобильных устройствах, на самом деле, это удобно. И возможно, что это действительно и в некотором роде определит будущее развития интерфейса. Но вот опять-таки, по десктопным компьютерам, если та часть, которая останется в использовании, конечно, это неудобно. Так вот, возвращаясь из нашего увлекательного отступления, вот именно с Windows NT 4.0 и начался то самое быстрое развитие линейки NT, направленное на то, чтобы вывести из обращения операционной системы типа Windows 98, 95 MI и заменить их уже более, ну не более, а заменить их нормальным, хорошим ядром. Вместо того набора непонятно чего, который был в Windows 95. Есть во всех этих системах есть преемственность. То есть все они, включая Windows 8, основаны на технологии NT, которая была разработана вот в эти года, и с тех пор она эволюционно улучшалась, скажем так. Конечно, были часть ядра была переписана, многое было улучшено, ну, как бы вот, исходя из той информации, которую они предоставляют в многочисленных книжках, исходя из того, что наш ресерч в рамках проекта Reactus показал. Вот, но каких-либо фундаментальных изменений, фундаментальные изменения на самом деле были вот за вот этот вот период разработки, когда они пробовали применить микроядерный подход, что-то оставить в режиме пользователя, что-то оставить в режиме ядра, экспериментировали с этим. Но далее уже ничего революционно нового пока что не, в систему не привносилось. А детально мы уже с этим всем потом познакомимся. Так вот, переходя уже более к, скажем так, внутренним уже тонкостям. Разделив операционку на два режима, как всегда, посмотрим, что же тут в режиме пользователя. Условно говоря, так немножко окинем взглядом. Значит, в режиме пользователя есть, помимо, собственно говоря, самих программ, которые этот самый пользователь запускает, еще есть оболочка, тот самый проводник Explorer, WinLogon, это вторая оболочка, даже если это сходу может быть не видно, но мы это потом, может быть, затронем. Есть системная библиотека NTDLL, через которую осуществляются системные вызовы, вызовы ядра. Я надеюсь, вы, конечно, помните. Мы это буквально не так давно все рассматривали. И есть системные службы, типа вот этих вот всяких файликов. Также можно по другой классификации разделить, выделить 4 основных типа пользовательских процессов. Значит, это в некотором роде
то же самое, просто в другой немножко категоризации. Значит, первое, это так называемые фиксированные процессы поддержки системы. Это опять-таки вагон, это subsystem manager, вот этот вот SMSS, или session manager, как он там называется. Вот. А второе, это процессы, так называемые сервисы, которые запускаются диспетчером управления сервисами. Вообще говоря, вот термин сервис, более правильно было бы его называть службой. Но я специально проверил перевод книги Windows Internals на русский язык. Они называют их сервисами. Ну, как бы не суть принципиально. Но важно просто отметить, что если я буду говорить о сервисе и о службе, то в принципе это одно и то же. Вот третий тип – это пользовательские программы. И четвертый тип процесса, работающего в режиме пользователя, это подсистемы окружения. Изначально поддерживались родная подсистема Windows, подсистема POSIX и подсистема OS 2. Это был ключевой момент. Они являлись равнозначными, то есть по производительности, по всему это были равнозначные подсистемы. То есть даже если я говорю, что она родная, это просто выделяет, скажем так, ее как при разработке. Но при работе она ничем не ограничена. То есть это не то, что это не было так, что POSIX построен наверху подсистемы Windows. Вот этот вот концепт подсистем, он на самом деле был достаточно гениальный. Мы еще к нему вернемся. Так вот, режим пользователя мы немножечко рассмотрели. Теперь, а что же у нас в режиме ядра? Значит, там у нас самое интересное. Собственно говоря, там само ядро, называемое NTOS. Даже в операционной системе Reactos ядро опять-таки называется NTOS в силу совместимости. Так вот, в ядре там есть очень-очень много компонентов, мы их сейчас все посмотрим обзорно. Но, грубо говоря, ядро можно выделить две таких огромных части. Это kernel, который абстрагирует центральный процессор, и executive. Оно исполняет как бы функции ядра операционной системы. Вот эти два термина на самом деле по-русски звучат несколько странно. Во-первых, мы говорим, из чего состоит ядро. Вот если посмотреть на мой слайд, да, оно у нас состоит из двух ядер. Вот, какая-то тавтология. Но поэтому мы как бы все ядро вместе как бы называем вот этим NTOS. С переводом kernel вопросов нету. Ядро как бы ядро, окей. А вот с переводами executive есть некоторые сложности. Опять-таки я обратился к официальному русскому изданию книги Windows Internals, и они переводят executive незамысловато как исполнительная часть ядра или исполнительная подсистема, исполнительный модуль. Ну, раз они так переводят, то это хорошо, но понять, что именно реализует executive, исходя из названия, очень сложно. Допустим, если название Memory Manager, то вам понятно, да, что там осуществляется в этом модуле управление памятью. А вот что в executive осуществляется, непонятно. Ну, это мы все посмотрим, и почему такие названия были. Абстрагирует ЦП в каком плане? Планировщик. Ага. Представление центрального процессора, любая его абстракция, это непосредственно выполнение программ. Минимальная единица, соответственно, вот алгоритм планирования, вот это все там крутится, вертится и работает.
И вот этим и занимается Кае. Ну, я это сейчас как раз там дальше покажу, но минимальной единицей планирования выступают потоки, поэтому потоки планируются вот в этом кернеле, то есть вот оно абстрагируется центральный процессор. А вот есть менеджер процессов, который уже управляет процессами, это уже более высокий уровень, и он выделен в отдельный модуль. Так вот, еще раз порекламируя ядро NT, пройдясь по его особенностям. Значит, ну, во-первых, это многопоточная система. Такая, что процесс является контейнером для потоков. То есть у нас не может быть процесс без потоков, не может быть такого, что потоки отдельно от процесса. То есть вот есть процесс, в нем внутри один или больше потоков. Соответственно, планирование осуществляется по потокам. Ввод-вывод полностью асинхронный. Про синхронность и асинхронность я уже несколько лекций назад рассказывал. Я думаю, понятно, что это очень ключевой момент. Далее. Управление структурами данных в ядре унифицировано. Это такой вот интересный момент. Я про него еще сейчас скажу, но речь идет о том, что каждая структура данных, какая-либо абстракция, представляется в ядре NT некоторым объектом. И вот есть менеджер объектов. Есть, соответственно, таблица хендлов, как способ обращения к этому объекту. И вот этот вот механизм, он на самом деле очень мощный и предоставляет очень большие, скажем так, возможности по использованию. А в некотором роде это дальнейшее развитие того, что было в Unix. В Unix многое было представлено файловым дескриптором. Здесь же это возведено еще на разряд выше, и всякие вот различные структуры данных представляются как объекты. Но мы про это все сейчас посмотрим. Далее, безопасность на основе списков контроля доступа, как я уже сказал. Конфигурация системы, она отделена от файловой системы, и хранилище конфигурации работает отдельно. Хорошо это или нет? Вопрос. То есть это вопрос для дискуссии. Допустим, в операционной системе семейства Unix, в операционных системах семейства Unix, конфигурация хранится непосредственно в виде множества файлов в файловой системе. В этом есть свои плюсы, в этом есть свои минусы. В NT решили сделать сохранение конфигурации в базе данных. Эта база данных и тогда, и сейчас носит такое название реестр. И до сих пор используется. Опять-таки, были свои минусы и были свои плюсы. В этом что-то вот, это предмет для отдельного обсуждения, но здесь и там есть и положительные, и отрицательные стороны. Насколько я знаю, частично существует хак по тому, чтобы поток убрать от процесса, то есть отсоединить его. Тем самым, ну, по крайней мере, описывалось когда-то в журнале Хакер, маскирование процесса там, через диспетчер задач и так далее, когда планировщик потоков знает о нем и может давать ему время, а мы не знаем о нем, потому что его нет в процессе. Да, это замечательный способ, один из способов сокрытия всяких руткитов и всякой прочей вирусной вещи, которая работает скрытно от пользователя. И когда мы запустим наш любимый Task Manager, то там тот процесс, в рамках которого крутится этот поток, он не покажется. Вот. Но за счет того, что этот поток вставляется в список планирования, он там крутится, ему выделяется время. А он, соответственно, каким-то образом присоединяется к какому-то адресному пространству, и в нем, соответственно, тоже как бы работает. Вот.
Ну, есть еще отдельно потоки ядра, тоже как бы еще отдельная вещь, но это более, скажем так, по-моему, там шла речь о потоках пользователя. Вот. Ну, как бы, возможные хаки, да, я имел в виду о том, что как бы с благими намерениями, как работает система. Вот, ну и завершая особенности ядра NT, скажем, что вот модель ввода-вывода тоже была достаточно хорошо спроектирована изначально. Это расширяемые через так называемые драйверы-фильтры модель ввода-вывода. И также можно сказать, что она послойная или стековая, когда у нас есть целый ряд драйверов. И, ну, это мы сейчас еще дальше посмотрим. Вот. Но, тем не менее, как вариант отметим это. Ну и оставшиеся два пункта — это технология plug and play, которая сейчас воспринимается как должное, но даже в NT 4.0 ее не было. И для того, чтобы добавить новое устройство, это было целое дело, когда его нужно было самостоятельно добавлять. Вот. Сейчас это может быть не совсем понятно уже даже. Звучит, как так можно добавить устройство, а оно, скажем так, не появится в системе само. Вот. Ну и управление питанием. Вот в то время, когда проектировалась операционка, тогда еще было не совсем очевидно, что, вообще говоря, придется управлять питанием, придется некоторые устройства переводить в режим сниженного энергопотребления, некоторые вообще отключать. И чтобы вот это все работало, а ведь всему этому нужна поддержка на уровне операционной системы, даже на уровне ядра, драйверов и всего прочего. И вот сейчас, когда вот мы работаем, используем с устройствами типа планшет, мобильный телефон или вот даже ноутбук, да, в котором для того, чтобы продлить его время работы, некоторые устройства, которые потребляют много, должны, соответственно, операционная система отключаться в тот момент, когда они не нужны. Так вот, основы всего, опять-таки, были заложены именно тогда. Вот еще, как бы, в том далеком году было придумано, что это будет нужно. Ну, я уже показывал вот эту вот картиночку еще давно, когда мы начинали разговор об архитектуре ядер вообще. А теперь мы эту картиночку посмотрим уже более детально. Она у нас состоит из трех частей. Режим пользователя, о котором мы уже говорили. Вот он, User Mode. Режим ядра. Вот все, что вот это вот здесь вот есть. Много-много всего. Оно такое вот толстое. И аппаратное обеспечение, hardware. Что здесь можно сказать об этом интересного? Как видите, большая часть функционала находится, большая часть, скажем так, интересного находится в ядре. Здесь вот есть разнообразные менеджеры, это вот тот же самый ввода-вывода, безопасности, виртуальной памяти, процессов, поддержки plug-and-play, управления питанием. Сюда даже включили интерфейс с графическими устройствами. Оконный менеджер вот здесь вот. Менеджер межпроцессного взаимодействия. И вот в основе всего, в базе всего, лежит менеджер объектов. Как я уже говорил, это ключевая такая основа, на чем строится все ядро. Вот. Ну а сверху вот те самые исполнительные сервисы, executive. Ниже идут драйвера. Они здесь обозначены вот так вот. Может быть, это не вполне правильно, но в некотором роде дает понимание.
А вот вся связь с аппаратурой осуществляется через драйвера и, в свою очередь, через слой абстракции от аппаратного обеспечения, так называемый HAL, Hardware Abstraction Layer. Ну, здесь еще обозначена вот такая вещь, как микроядро, но я уже до этого рассказывал, что на самом деле ядро NT не является микроядром в классическом понимании, а скорее оно является некоторым гибридным ядром, так как в нем есть службы, которые выполняются, но они выполняются опять-таки в режиме ядра, поэтому и здесь и есть такая вот некоторая гибридная штука. Но помимо всего этого, режим пользователя также интересен. За счет того, что вот все пользовательские приложения, вот они здесь наверху, такие разноцветные, взаимодействуют с ядром и с другими библиотеками режима пользователя исключительно через подсистемы. И вот эти подсистемы и задают возможность поддержки других программ. То есть, что это означает? Вообще говоря, может быть возможность через поддержку POSIX и запуска и программ, которые были разработаны для операционной системы класса Unix, допустим, в плане того, что в плане подсистемы OS 2 это была поставлена задача поддержать те программы, которые работают для были разработаны для операционки OS 2. В то время это была нормальная постановка бизнес-задач, просто потом в процессе эволюции, в процессе развития OS 2 была полностью вытеснена операционка Windows и, соответственно, подсистема Win32. И вообще говоря, эту подсистему просто убрали, равно как убрали поддержку POSIX, и фактически сейчас осталось вот из вот этого вот гениального начинания с подсистемами, у нас осталось только Win32. Хотя вот механизм был заложен, и механизм был заложен очень хороший. Но монополизация рынка и все-все-все прочее привело к тому, что Microsoft решил отказаться от этого. Так вот, по ядру. Чтобы подойти к пониманию того, зачем вот это вот все здесь вот было накручено, рассмотрим, вообще говоря, какие функции, с точки зрения функции, что должно выполнять ядро. Значит, оно должно некоторым образом управлять разными вещами. Значит, во-первых, объектами и правами доступа. Я еще до этого не сказал. Вот все модули ядра, про которые мы говорим, вот которые вот здесь вот определены, да, мы их будем называть впоследствии по сокращенно по двум буквам. То есть, допустим, вот видите, вот здесь вот там управление объектами и правами доступа. Это модули ядра OB и SE. То есть это Object Manager и Security Manager. Дальше, управление адресным пространством. За это отвечает, соответственно, менеджер памяти и менеджер процесса. Управление физической памятью, соответственно, Memory Manager и кэш-контроллер. Управление процессорами. Это тот самый КАЕ. Ввод-вывод, сеть. Это, соответственно, ИО и драйвера. Ну и управление конфигурацией, то есть это поддержка реестра, базы данных реестра. Это Configuration Manager. Еще одна из функций ядра – это абстракция низкого уровня аппаратуры. Это тот самый HAL. Ну и вспомогательные функции, они в модуле Executive и в специальной библиотеке Runtime Libraries, RTL. Вот то, что мы только что сказали, если мы это разобьем по модулям, то, может быть, вам не видно, вот. Это вот так вот, это вот все те модули, из чего состоит ядро.
И вот наше дальнейшее рассмотрение в дальнейших оставшихся лекциях до конца семестра, оно будет посвящено уже детальному анализу вот каждого из вот этих вот модулей. Сколько мы их, сколько времени мы им сможем уделить дальше, это уже второй вопрос. Но основе основ и их практической реализации мы что-то вот отсюда вот посмотрим. Но сейчас обзорно об этом говорят. Как я уже сказал, Object Manager, менеджер объектов, монитор безопасности, менеджер процессов потоков PS, менеджер памяти, там, кэш-контроллер. И все вот это вот, все составляет ядро. Вот если вы уже в рамках лабораторной работы пробовали компилировать ReactOS, то там, возможно, вы уже заметили, что есть некоторая иерархия каталогов. Так вот, если посмотреть в исходные коды ReactOS, как они организованы, то мы увидим вот те самые все компоненты, о которых я говорил сейчас, там менеджер объектов и все прочее. Вот мы воочию их сможем здесь увидеть, вот их реализация. И потом мы будем все это смотреть, как все это сделано в коде. Вот опять-таки там процесс-менеджер, там менеджер ввода-вывода состоит там из двух частей. Вот все вот это вот можно будет, соответственно, вживую потрогать. И задача первой лабораторной работы была, чтобы вы именно хотя бы немножко познакомились с вот этим вот, с вот этой вот организацией ядра. Так вот, говоря о первых основных модулях, это CAE и Executive, то, как я уже сказал, CAE абстрагирует центральный процессор, то есть это потоки, асинхронные вызовы процедур, обработчики прерываний, отложенные вызовы процедур, Deferred Procedure Call, DPC. Ну и примитивы низкоуровневой синхронизации. Вот мы с вами уже обсуждали спинлоки. Они вот реализованы именно в рамках CAE. А вот модуль Executive представляет другие сервисы операционного ядра операционной системы, которые работают в многопоточном режиме. Ну и самый высший уровень абстракции виртуальной памяти. В ядре это выделение памяти из кучи, также хендлы и все прочее. Ну вот если говорить о исторической аналогии с системой VMS, которую мы уже упомянули ранее, то там было 4 таких основных слоя абстракции. Это вот kernel, который здесь вот есть. Это executive, который опять-таки получил свое развитие в NT. Но были еще supervisor и юзер. Что вот это вот такое, вот эти за два слоя, то мы потом, может быть, когда будет время, я вам отдельно расскажу. Но как бы, как видим, они тут уже не отражены. Для того, чтобы каким-то образом разобраться, зачем нам нужно вот такое вот множество всех модулей в ядре, хорошо все-таки осмыслить такое понятие, как вот абстракции. То есть нам нужно абстрагироваться от того, чтобы вот там от процессов, потоков, файлов, все это должно быть представлено в некотором общем виде. И с этим должно быть удобно работать. Так вот, ядро и нужно для того, чтобы реализовать эти абстракции. По сути своей, вот этими абстракциями мы называем некоторый код плюс некоторые данные. Это может быть все, что угодно. Допустим, процесс. Код – это тот самый выполняющийся код. Данные – это непосредственно там
процесс PCB, тот самый, о котором мы уже говорили. Unix также использует ряд механизмов для этого. Это и те самые файловые дескрипторы, это идентификаторы процессов, про которые мы уже опять-таки говорили, как это там PID, что это индекс в табличке там, и все прочее. Но помимо всего этого, в NT используются так называемые хендлы. Мы уже о них говорили, я все-таки решил их никак не переводить, потому что там называть их ручками, ну, для русского языка это несколько непонятно. Я уже говорил, вот дверная ручка, это я понимаю, это ручка. А вот там, если я скажу, что дверной хендл, тоже ведь будет неправильно. Но, тем не менее, в данном случае это так. Само понятие хендлов на самом деле несколько сложно объяснить, но скажем так, что они, во-первых, они унифицированы для различных, скажем так, экземпляров разных абстракций. Но вообще говоря, зачем я все это говорю? Затем, чтобы подвести к тому, что ядро NT оперирует различными объектами. И эти объекты унифицированы полностью. То есть процесс – это объект, поток – это объект. Примитив синхронизации – это тоже объект. Объект может быть разного типа. На него можно универсальным образом ссылаться. Его можно производить набор некоторых стандартных действий. И вот за счет всего вот этого вот, это намного более продвинутый механизм, чем, чем механизм файловых дескрипторов, который используется в Unix. То есть там тоже достаточно было интересно реализовано, но здесь этот механизм получил еще дальнейшее развитие. Ну вот, кстати, handle, ну вот в объектно-ориентированном программировании это, в общем, объектная ссылка, правильно? Правильно. Здесь то же самое. Да, так что. Почему такое название интересно? А что именно? Вот почему не объект, пожалуйста, object reference, объектная ссылка. Все, все понятно. А нет, а просто на самом деле, вот если мы скажем, как, какой метод, какой способ сослаться на объект? Получить объектную ссылку, да, вроде как не звучит. А они называют, ссылаемся на объект, получаем handle объекта. Такая вот ручка от этого объекта, нажимая на которую можно управлять самим этим объектом. Я поэтому и решил, как бы, хорошо, хоть я и не люблю использовать заимствованные слова в русском языке, но в данном случае это вполне нормально. Так вот, менеджер объектов, унифицированный механизм управления, ну, как я уже сказал, различными структурами данных в ядре, теми же хендлами, пространствами имен, объектами синхронизации, ресурсами и даже вот всей вот этой вот конфигурации в реестре, все это объекты. Потом я вам покажу, как бы, как вживую выглядит это дерево объектов в ядре, потому что от пользователя у нас оно как бы скрыто. Вот. Ну и хендлы тоже, пока как бы не вдаваясь в детали, но они реализуются там определенными таблицами хендлов для каждого процесса. Это своя таблица, реализация масштабируема. Ну и как пример того, что можно делать с хендлами, их даже можно использовать как некоторый примитив синхронизации, то есть можно на хендле ожидать наступления какого-либо события. И неважно, какой хендл чего это. Если это хендл там процесса или потока, то можно ожидать того, чтобы там он, допустим, завершился. Если это там файловый дескриптор, то это, соответственно, другая операция. Если это хендл самого примитива синхронизации, то, соответственно, это ожидание сигнала по этому примитиву. То есть вот такой унифицированный общий механизм для работы с объектами. Фактически хендл – это структура, доступная из
Абсолютно верно. В чем дело? Это даже не структура, это, ну, грубо говоря, это, ну да, 32-битное или 64-битное число, которое позволяет из режима пользователя легко ссылаться на нужный объект внутри ядра без того, чтобы как бы тянуть, условно говоря, указатель на какой-то участок памяти в ядре. Потому что, почему это удобно? Handle у нас может быть, вообще говоря, каким-либо фиксированным числом. Ну, вот сейчас здесь покажу, если здесь есть... Да я возьму. Да, спасибо. Там вот свежие есть, кстати. Да ладно, мы как бы... Ну, вообще-то нет все-таки. Похоже, придется взять свежие. Ага, спасибо. Вот у нас есть там некоторый режим пользователя, да, UM, да, ему нужно поработать с каким-то объектом, который находится внутри ядра. Ну, для простоты скажем, что это там какой-нибудь объект синхронизации, защелка там, допустим, Mutex какой-нибудь там внутри ядра. Вот физически он здесь расположен, если это режим ядра, то физически это структура данных. Вот это тут некий объектик. Мы его можем любым там назвать, там, хоть это описатель процесса, или, ну, вот, как я сказал, допустим, это защелка Mutex какой-нибудь, примитив синхронизации. То он будет расположен, допустим, в данный момент там по адресу 0x8, там, 8, там, 1, там, 0, 0, там, еще какой-нибудь, 2, 3, 4. В 32-битной системе местонахождение виртуальной памяти внутри ядра вот этого структуры этой данной было бы вот какое-то вот такое вот. Но в чем здесь ключевое дело? Вот здесь есть табличка, значит, назовем ее HT, Handle Table. Так вот, когда пользовательская программа хочет сделать какие-либо действия с вот этим вот объектом ядра, допустим, ей это разрешено, но вот если она будет ссылаться напрямую на вот эту вот на тот участок памяти, где расположен этот объект в ядре, то это будет очень плохо. Значит, почему? Потому что, вообще говоря, ядро может вот этот объект и переместить. Ну, мало ли, какие там возникнут обстоятельства. И если он будет перемещаться, то, соответственно, программа уже с ним не сможет работать. Значит, это раз. Во-вторых, вообще говоря, открывать вот этот вот адрес для пользовательских программ, вот у меня здесь разделение, скажем так, вот здесь вот будет режим пользователя, здесь будет режим ядра. Вот открывать пользовательским программам какие-либо вообще внутренние адреса, это опять-таки плохо. Поэтому какой механизм? Вот есть таблица хендлов. Тут есть вот, грубо говоря, хендл, это смещение в этой таблице. Но на самом деле они там многоуровневые, там еще что-то, но мы это все опустим. Допустим, у нас один. Она ссылается, берет, допустим, там, handle 2 у нее, очень просто, вот этого объекта. Ссылается сюда, здесь записано вот это вот число, и оно ссылается сюда. Теперь, когда ядру NTOS обозначим вот, нужно переместить вот этот объект, что-то с ним сделать. Допустим, там в другое место в памяти переместить в силу каких-то обстоятельств. Оно его перемещает. Или вообще там выделяет новое, или еще как-то. И записывает, соответственно, сюда новый адрес. Этот
закрывает. Пользовательская программа об этом вообще ничего не знает. Она вот говорит, что я знаю, что handle номер 2 в рамках текущего процесса ссылается на вот такой объект синхронизации. А в Unix это выглядело бы отчасти некоторой аналогией с тем, что у нас есть практически все представляется как файл. Да? И можно было сослаться там на девайс, как у нас там на память, допустим, сослаться? Memory, по-моему. Да, там мем. Да? Вот. Сославшись на вот это вот, мы, соответственно, получаем доступ к памяти. Или там еще у нас там есть там девайс CPU, по-моему, да, у нас как центральный процессор там как-то представлен. То есть вот в Unix есть такая вот иерархия различных устройств, которые представляются файловыми дескрипторами, и с которыми можно работать действительно как с файлами. Оттуда можно читать, туда можно писать, можно какую-то информацию запрашивать. А в реальности чем тогда у NT лучше? Ведь эти файлы наверняка уже отфишировались неким образом, лежат как минимум в оперативке. Ну как бы там доступ к оперативке, там доступ к оперативке. Нет, а даже скорость. Лучше и, нет, я расскажу, чем лучше. Разграничено. Да. Просто дело в том, что что, так сказать, из этого является главнее. Вот если по этой схеме все понятно, я сейчас ее затру и уже немножко. Так, не что лучше, а в чем разница? Да. Нет, почему? В данном случае мне очень хочется сказать, что лучше. И все знают, что лучше. Вот. Вернее, что я скажу, что будет лучше. Вот. Но я хочу сказать, почему. Вот. В Unix, да, у нас есть концепция практически все файл. То есть вот у нас есть единообразный доступ. Файловая система, да? В ней есть сами файлы на диске. Здесь есть пайпы. К примеру, механизм межпроцессного взаимодействия. Этакий виртуальный файл, в котором можно писать, а из другого процесса читать. Ваша палочка изображается. Ну, как один из вариантов, да. И, соответственно, устройство. Все это объединено в рамках файловой системы. Вот что здесь главное. То есть все вот это вот должно подчиняться некоторому вот примитивному набору операций файлов. У нас нет возможности контролировать тип того, что вот это вот представляет собой. То есть все это как бы файл и файл. Теперь, почему? А концепция, которая применяется в NT, лучше. В NT во главе всего стоит дерево объектов. У каждого объекта объект – это такая универсальная сущность. У него может быть тип. У него может быть, соответственно, иерархические отношения какие-либо. У него может быть набор операций, определенный, достаточно большой для каждого объекта. У него есть reference counting, может быть, это сходу сложно понять, но оно есть. Опять-таки есть таблица хендлов для доступа к этим объектам. Ну и там еще всего много. Но в чем смысл? В том, что вот уже из вот этого дерева объектов уже у нас вырастают, соответственно, здесь у нас там файлы, здесь
у нас, ну, допустим, там устройство. Изучает похожесть, как бы. Здесь просто у нас шапку заменили, по-моему. Нет, так смотрите, что у меня. Нет, я сейчас скажу. Здесь у нас реестр, да? А с чем мы там еще начали? А, там. Объекты, ядра, вот. Так вот, похоже, да, но в чем дело-то? В данном случае вот это вот все, это на самом деле в Unix было вот здесь вот. Но это было неправильно, потому что здесь файл. Понимаете, вот когда центральный процессор или несколько представляются в виде файла, вот в том вот, том самом, как там, dev/cpu, да? Это не совсем верно. Потому что набор операций с файлами, он четко регламентирован. Он ограничен. Мы не можем сказать там, что файл типа там центральный процессор. А здесь же у нас все объекты типизированы. И вот для тех там, тип объекта файл, ну, замечательно, это нормальный файл там. Тип объекта устройство, оно представляет, скажем так, доступ к вот этому устройству там, да, CPU, память, тут тоже все это есть, физическая память, тот же dev memory, он здесь же есть, но он здесь не маскируется как некий файл, а вот в этом общем дереве объектов он вполне имеет себе. Во-первых, там четкие права доступа, во-вторых, именование, в-третьих, тип подходящий, ну и весь набор операций стандартных. Ведь в Unix тоже нет. Имеет доступа? Нет, действительно, но здесь не делается такого, что, понимаете, как бы называть это файлом. Приведите примеры каких-то действий, которые вот, не применимы к файлам, но применимы в IT для специальных... Просто в Unity ведь как-то с этим всем тоже работают. Нет, работают, безусловно. Тут вопрос даже не в том, что как бы очевидно, да, что если бы здесь что-то было сделать нельзя, то оно бы не работало, правильно? Вот. Вопрос в том, как правильно представить эту концепцию. Я что хочу как бы рассказать-то. Вот был Unix, да, когда начали проектировать NT. Посмотрели там, концепция, все, файл. Подумали, здорово. А давайте мы ее улучшим и сделаем так, что введем в ядре концепцию все объект. И, соответственно, файлы будут частью этой системы объектов. Устройства станут объектами, все прочее. А если слово да. объект, файл заменить на слово объект, то получится ли то же самое? Тут все представляется универсально как файл. Да. То же самое не получится, потому что когда, допустим, если вам нужно раздел жесткого диска, значит, открыть на низком уровне, прочитать, то там в Unix берете, читаете dev там sda. Значит, а в Windows я все время, когда научился, значит, там надо специальный там этот create файл вызвать с каким-то криптоименем, там, который не догадаешься. Ну, на самом деле, просто оно все только сложнее. С администратором работает, то есть там тяжело все. Так вот, а если бы этот вот браузер вот этого дерева объектов шел бы, так сказать, если бы они его не скрывали от пользователя так хитро, то там можно было бы увидеть все эти там... забыл уж, как этот диск называется, он там volume, там что-то там, слэш, опять там hard disk, 5-10. То есть на самом деле вот это все здорово. А то, что мы видим в файловой системе, то, что нам показывают, это всего лишь нам дают окошко посмотреть вот эту вот часть для пользователя. Условно, скажем так. А вот это все остальное, оно вот как бы остается скрытое. Так вот, а по поводу каких операций, ну, просто набор операций над объектом, я его вот, ну, сейчас там, на слайдах я, может быть, это покажу, забыл уже, или мы потом это будем рассматривать более подробно, но сам набор операций над объектами, он более генерализован, что ли, так сказать, чем набор операций над файлами. Ну, все-таки файл – это единица хранения информации на диске, правильно? Вот.
И поэтому, когда мы начинаем его использовать, англоязычный термин abuse, скажем так, как это по-русски-то выразить, в общем, слишком сильно использовать для того, для чего не надо, вот, то получается такая ситуация. И здесь вот мне очень нравится вот этот подход, то, что ввели более общее, и потом уже ввели вот это вот в частное, уже вот для всего вот этого. Но опять-таки это все-таки большей частью там типы и все прочее. Но там еще есть сложный механизм, который позволяет работать с этими объектами. Вот я его потом покажу, там все эти парсинги объектов и все прочее, про то, как можно пройти по вот этим всем деревьям при доступе к какому-либо объекту. Но, как бы, вот в общем, что хотелось бы сказать. Не убедил. Не убедил, да? Хорошо. Хотелось бы еще вопрос по поводу структуры. Да-да. Например, вы сказали, что, допустим, меняется адрес конкретно внутренней структуры. Да-да. Как handle перезаписывается в таблице handle. Поскольку все разнесено на разные модули, то кто, какой модуль меняет как бы саму память, а какой модуль переделывает это в таблице или делает один и тот же модуль? Один и тот же, это Object Manager и значит, управление таблицами хендлов. На самом деле вот управление хендлами, оно как бы присутствует и в Executive, и в Object Manager, но все-таки по большей части это именно менеджер объектов, он скрывает в себе вот всю вот эту там кухню, а предоставляет как бы уже хендлы для работы. Вот. Хендлы нельзя передавать, да, в другой процесс? Можно. Можно? Там есть такая штука, что хендл может быть глобальным, а может быть per процесс. Большинство, конечно, per процесс, но когда он выделяется, когда создается новый объект, то можно соответственно указать то, что он является глобальным, и соответственно передать либо то, что он там наследуемый, там и все прочее с этим связано. Я вот говорю, поэтому тут как бы это так поверхностно говорят, что это одно и то же, но вот здесь скрыто столько много разной штуковины, которые отсутствуют вот просто в рамках файловой системы. Неубедительно, что делал. Постараюсь как-нибудь убедить в следующий раз. Ну так вот, ладно. Давайте дальше уже подходить к завершению этого дела. Ну, говоря о процессах, значит, это как бы среда выполнения программы, то есть это пространство имен, виртуальное адресное пространство, порты, потоки, аутентификация пользователя и структура данных виртуальной памяти. Менеджер процессов, что здесь важно отметить, он абстрагирует нам именно memory manager Unit, а не весь центральный процессор. Абстракция центрального процессора – это CAEC, где реализовано само планирование. Потоки, в свою очередь, это единицы параллелизма. Как я уже говорил, они создаются внутри процесса. В общем случае, вообще говоря, так всегда должно быть. Системные же потоки режима ядра создаются, соответственно, внутри системного процесса. Ну, пример системных потоков, чтобы как бы не быть голословным, да, это есть специальные потоки, допустим, это потоки менеджер памяти, там вот эти самые Lazy Writer, Modified Page Writer и прочее. Есть неспециализированные рабочие потоки, когда, допустим, нужно переместить некоторую работу из контекста режима пользователя в режим ядра. Ну, там есть своя специфика, про них можно достаточно долго говорить, как ими пользоваться, что их нужно освобождать при выгрузке драйвера и все прочее. Вот. Ну и есть еще особый случай этих обычных рабочих потоков. Это рабочие потоки драйвера. Их мы, возможно, потом коснемся. Про планирование. Два слова. Значит, единицы планирования – это потоки. Есть, соответственно, само это планирование вытесняющее, основанные на приоритетах. Всего 31-32 приоритета. 16 обычных и еще 16 приоритетов реального времени. Соответственно,
единица – это самый низкий приоритет, 15 – самый высокий для обычного потока. Ну и выше уже 31 – это уже критический уровень, критический приоритет. Наивысший приоритет планируется с помощью раунд-робина. А поясните, пожалуйста. Ну, для каждого, соответственно, приоритета там есть свое, ну, скажем так, вот если грубо говорить, да, то это условно говоря, вот есть вот столько приоритетов. Но есть еще вот эти так называемые приоритеты реального времени. И среди тех, у кого в реальном времени там есть наивысший приоритет, то они уже крутятся там по раунд-робину. Я это хочу пояснить, на самом деле, когда у нас будет отдельная лекция по процесс-менеджеру, и вот там я вот это вот все детальненько распишу. Сейчас мы просто буквально так как бы обзорно, потому что очень сложно, как бы, если вдаваться в детали по каждому моменту, то общую картинку ядра будет сложно захватить. А сейчас хотелось бы в некотором роде все вот это вот как бы дать такой обзор, а потом уже идти вот по деталям, как там все это детально крутится. Вот. Ну вот еще по приоритетам там есть еще такая штука, что есть базовый приоритет на основе процесса, а есть, соответственно, текущий. То есть каждый поток может получать некий буст приоритета в некоторых случаях. Например, там есть проблема с торвацией, как помните, я говорил недавно. Так вот, чтобы ее решить, так называемый balance manager периодически дает вот этот вот самый буст, повышение приоритета некоторым процессам и потокам, которые готовы, но не выполняются из-за того, что как бы вся очередь забита высокоприоритетными потоками. По вводу-выводу тоже я уже сказал, что это такая хорошая, интересная модель, основанные на фильтр-драйверах. Есть стандартные модели общих классов устройств, есть поддержка уведомлений, реестр обеспечивает хранение информации о plug-and-play, асинхронное, что важно, хотя сейчас уже в современном мире, по-моему, синхронный ввод-вывод делать это как бы нонсенс просто. Это только для каких-то специфичных задач. Вот. Ну и там различные сценарии завершения, ожидания, так, асинхронная модель, она подразумевает то, что завершение, соответственно, сигнализируется каким-либо событием. То есть, ну и как можно там это вот, опять-таки ожидать там на хендле файла или события, получать юзер моды APC, использовать там порт завершения ввода-вывода, либо просто опрашивать какую-то переменную на предмет того, что завершился ввод-вывод или не завершился. Драйвера устроены иерархически в виде стека устройств. Есть возможность присоединиться к этому стеку устройств. Соответственно, есть понятие объекта драйвера, есть понятие объекта устройства. Один драйвер может представлять, обслуживать множество устройств. Соответственно, не надо для этого один драйвер, один устройство, такого нету. Вот. Ну и файловые системы – это тоже драйвера, которые управляют файловыми объектами, расположенными на, соответственно, томах, волюмах. Ну, то есть, пример, если мы вставляем флешку, то вначале идет определение, что это накопитель, там потом уже определение конкретного производителя драйвера подгружается и так далее. Да, а сам стек у нас там, скажем так, в начале там работа с USB-контроллером, там дальше – устройство HID, Human Interaction Device, там дальше, еще более уточняющие там, это я не послушал, что мы там мышку вставим, если флешку, то это Storage класс, там Storage, там, соответственно, работа уже с разделами дальше своего системы, и вот этот стек, он позволяет как более-менее знать для каждого устройства, не писать вот все-все-все, описать только специфичную там для этой флешки какую-то вещь. Ну и то для флешки обычно никто не пишет специфично. Для нее все уже как бы есть заранее стандартизован. Вот. Про управление памятью я
хотел детально написать, но лучше мы все это рассмотрим уже на... Я планирую, на самом деле, уделить много времени memory manager, то есть хотя бы одну лекцию, потому что это тоже там есть много чего интересного, и в двух словах о нем вообще нельзя сказать. То есть там я, конечно, тут написал, там что там есть виртуальные адресные дескрипторы, рабочее множество и все прочее, но там он тесно связан с системой кэширования, и поэтому просто так там про него сказать нельзя. Там есть целые тоже механизмы, объекты там секций и всего прочего, которые опять-таки предоставляются именно вот унифицированными вот в рамках того дерева объектов, которые сказаны. Если бы у нас там в Unix там секции памяти становились бы объектами файловой системы, то, конечно, было бы достаточно удивительно. Хотя, может быть, что-то там в некотором роде есть, допустим, разделяемая память, shared memory в Linux, она тоже представляется как там dev shm, то есть как бы в некотором роде тоже это есть, такая аналогия. Вот, ну, некоторое такое общее введение, я думаю, должно у вас сформироваться. Сложно, конечно, все-таки объяснить про все эти тонкости, и даже не тонкости, а хотя бы в общем виде, как это ядро организовано, но может быть потом еще, если дать сравнение с ядром того же Linux, то вот такой вот красивой таблички по ядру Linux, боюсь, что мы не увидим. Там будет все достаточно по-другому. Ну и, конечно же, я был бы не я, если бы я не сказал, что там хуже. Потому что нет такой красивой таблички, а там хуже. Да, потому что нет такого деления на модули и всего прочего. Но потом мы, на самом деле, если останется время, всего этого коснемся. Но на сегодня, я думаю, для начала хватит. Пока что вот это вот. Если какие-то вопросы еще есть, давайте. У нас как бы конец в 14.20, если я ошибаюсь, да? 13.50. 13.35, по-настоящему. Ну мы позже начали на полчаса, да. Поэтому как раз сейчас подошел. Ну что, есть какие-то вопросы такие, которые не предусматривают двухчасового обсуждения реализации в Linux или в NT? Ну, а если нету, то да. Что, неужели есть красивая табличка? По-моему, это даже что. Ну, в некотором роде да. Оно, да, вот здесь вот. Ну, хорошо, на самом деле, я рад. Тогда я ее в следующий раз вставлю, и мы посмотрим, как это там реализовано.